до 76-го сейчас довела. Он мне говорит, типа, докачивай там кого-нибудь до 30 уровня. Окей, думаю, качаю Лока. Вкачала его до 47-го. Он говорит, ты охерела, женщина, я не буду качать до 47-го. Качай кого-нибудь другого. Ну ладно, блин, давай шамана вкачаю, сука. Не повезло, да? Да он меня бесит, блин. Подал так. Димон, как обычно. Так. Ты где? А сенсорю что, с собой не взяли? Так, а можно вопрос? Мы как-то не это, не сильно. Что такое? Что за вопрос? Краткое описание ОС. Кто там и как там? Щемиться от лавы и бить дракончиков. В говно не лезть. Ну, если на тебя летит говно, смотри, где можно от этого говна спрятаться. Все. Я понял. Окей, спасибо. Бля, это было больно. Это кто вот это вот сделал-то? Что это за подъем? Сейчас разберемся. Так. Что, побежали за... Да, пойдем. Я, короче, дестролог. Но основная моя спец — это демонолог. Может, от него сделаться? Так. Убивай, убивай их. Кого? Давай вон ту еще красотку. А-а-а, они меня заглушили. Не слышу, кто там что говорит? Кого? Кого там демонолог? Что делать? Меня. Денис 91. Маг-шаман. Так у тебя был демон, ты же переделал его на дестрика, ну... Да, все верно. У меня двойная, то есть могу и дестром быть, могу и демонологом. Кем лучше в данной ситуации? Хочешь. Кем хочешь? Кем хочешь? Дестриком, наверное. Дестрик полегче. Okay. Дестрик он дамажит, демон он полезен для рейда, ну... Честно, вот в моем понимании, и демон, и дестрик дамаг один и тот же. Не знаю мне почему. Поболее у него дестрика больше. Почему? Дестрик, ну, как я понимаю, на данный момент. Нажимай. У демона у меня почему-то статы больше, но дестрик кастует быстрее. Вот и все. Вот. И чё это вот каракатица здесь ходит? Вы безобидны, ничтожное создание. Покажите мне, на что вы способны. Что за каракатица? Блядь! Ну, больно. Чё они натягиваются? Видимо, я им понравилась. Но чё-то они мне не очень. Это не взаимно. Не тропу какой-то, я не могу так. Что за каракатик? Чудо, которое рядом прилипло и хотело забрать нашего моба. Вот. Предиспользуйте, пожалуйста, рейд. Поможешь. Убьем. Какой рейд? Что за рейд? У вас с вами нет. Фух. Он сам. Так, кто хилит босса? Давайте так. Мелики. Почему спрашиваю? Потому что я не был на этом квест. Да. Вот мы сейчас бьем дракона. У него было пол хп, у него теперь хп фул. Получаем его.
получаемый урон темным цель получает урон и темному магии. Я так понял, все. Вас, у меня есть такая особенность. Ну ты уже понял, наверное, вчера. Вот, я люблю играть в танка. В танк? Я в душе. Да, я в душе танк, поэтому я периодически агрю кого не надо. Нормально. Ладно, дай поем. Иди танкуй. Угу. Галя, делай себе протупало. Будешь танчить мне ППшку. Нет, нет. Все, что тебе удалось, что там происходит? Драку. Ну-ну. Конь. Прикольно. Да я же сказала, у нас не взаимные это. Чего они ко мне пристали? Ты подожди, пока я на начинаем. Че, у нас тут все нет? Не-не-не, стрелков еще надо. Вон три стоит. И звергон. И звергон. Я опять ловлю маяки. Ну, все тут все. Викторинок. Приходи вон туда. Да. Я так понимаю, этого извергона надо. Собирай побольше, наверное. Так у меня собрата уже. Начинает. А так нам двоим засчитает, если я один заюзаю? Кристаллик? Нет. Зависло, да? Да у всех, походу, такая херь. Ну, подлагивает периодически. Ну, да. Хотя вот у меня показывает все. Да у меня сейчас показывает тоже все. У тебя сколько? Имас? Угу. 30. Сейчас, простите, будет громко и немножко неприятно. Сыбайся отсюда! Это ты малому так говоришь? Нет, малой уже давным-давно спит. Это я сказала коты, которые... Я представляю, что ты так малому сказал. Ты знаете, из серии, из анекдота. Газовиков вызывали, да? Блин, не успели. Нет, у малого другая история. Шурши отсюда. Вроде как и сибаса, но более нет. Ну и чё, ни одного этого нет. Нашла.
Еще один. Скорей! Я сейчас сдохну. Блин. Рыжий, уйди. Кот? Кот? Угу. Ну, да. Дай поем. Где, где, где? Сейчас приду. Вот красавчик стоит. Скучает. Пишут, не бейте. Почему? Денис, всегда обращай внимание на то место, где у тебя премиум. И у тебя принадлежность к расе. Так, у меня, так у меня прямо нет, у меня прямо не стоит. Вот в этом месте всегда появляется дебаф. Ну вот я это видел, да. То есть когда дебаф, бить нельзя. И бывают дебафы разные. Надо обращать внимание, какой именно сейчас. Можно ли сейчас бить? Понял. Так. У нас один остался или нет? Потому что я многих аспектов этой игры не знаю. Вот я тебе объясняю, поэтому. Понял. Так вот, игра Lineage, игра WoW, это две разные вещи. Ну, конечно, Lineage это... Японская это вот, вот в унитазе там плавает. Lineage и WoW. Вот это какашечка, ну, блин. Какашка, называемая Lineage, да? Да. Такая прям фи. Спасибо. Ты сравнил с Варкрафтом, ну, вот он. Не, ну я так, ну, блядь, ну как сказать, извиняюсь за мат. Я в линейку проиграл много, в Варкрафт я играю, ну, полмесяца, может. Мне сейчас делают больно. Очень больно. Все, не успел. Нет, подожди, релогнусь вообще не могу. Нереально. Под косарь. Офигеть. Так, и этот, насчет шмота, я в Atlas Loot не смотрел, с них вообще можно что-нибудь такое выбить? Последнего босса можно. Только в течение, ну, до полмесяца начал узнавать, что можно, что нет, и что где как. Вот я прям, не знаю, может повезло, вот впервые пошел в этот самый, в SA-10, выбил Т7 штаны. Хотя я на самом деле не знал, что это Т7 штаны. Что-то подобное с этих, ну, чуваков выбить можно, нет? Последнего босса. Понял. Ну чё так много аликов здесь? Неприятно. Я так понимаю, алики это альянсы, правильно? Угу. Гадощные. Ну чё, полетели? Ты всё здесь, да? Да, я всё. Полетели.
Куда я начал? Сейчас. Давай корабли. Так, корабли это вторая, да? Да. Гадил. О, босса. Босс, лаки босс. Кто-то еще пришел? Да. Привет, человек. Привет. Если ты... Слышно? Привет. Неа. Ты где? Меня не слышно разве? Нет. Это, конечно, круто. Ну, еще надо. Да. На тебя очень сильно смог. Говорят? Да. Молодец. Ну, поехали. Там одно. Это вот чтобы мне до туда дойти, это нужно выпить бутылочку. Надо, надо. Бываешь, но нет. Я путь сделал. Поздно. Уже бухнуло. Повторением от учения. Как это называется, что мы сейчас идем? Ошибка. Ошибка? Ну вы идете, как это можно назваться? Ты хотя бы говори полностью, да, чтобы мы тоже понимали. Вот. Так. Ну. Раз. Раз. Два. Три. Полетели. Не, чтобы. Вот. Почти. Ну, чтобы вы понимали, я ни черта не понимаю, когда. Вот мы сейчас ОС 25. И. ОС. Расшифровка. Обсидиановая. Святилище, там большой дракончик, который охраняет трех драконих, которые охраняют яйца. Из этих яиц должны вылупляться дракончики, по идее. Вот. Синеньких дракончиков падает ОД, баджики, за которые ты покупаешь всякое говнище, типа шмота. А с большого дракончика основного падает, соответственно, сам шмот. Вот, падают еще большой также... дракончик, это называемый Сартарион, правильно? Это говно, которое стоит посередине. Ну, короче, он говно, но он дракон. Да. Из-за него ходят сюда. Да. А, он нигер. Я понял. Я понял. Хорошо. Афроамериканец, будьте добры. Начинает. Буду иметь в виду. Подожди, а мы основного убили? Или он там дох? Буду иметь, потому что я многих аспектов не знаю, поэтому и спрашиваю. Почему? Интересует. Поэтому тебе отвечаем. Все. Кстати, название инста написано в правом верхнем углу.
Блин. С мини-картой. Да, обсидианово святилище. Да. Обращай, вот я тебе говорю, вот ты просто, когда у тебя будет время, просто сядь. Во-первых, посмотри на весь свой экран. И во-вторых, потыкай во все возможные кнопки. Я вот недавно только понял, что каждая там рейд, каждый рейд свой КД, правильно? Конечно, ты не можешь пойти, если у тебя есть свое КД, да, и там, к примеру, собирают в этот же рейд, но с нуля. Ты не можешь пойти, потому что как бы у тебя сейф, да? В один рейд ты можешь ходить один раз в неделю. КД спадает в четверг, если я правильно понимаю. Хотя я в рейде была всего лишь два раза, и то на Костромасе, и то не полностью. Вопрос. Ты был в Наксе? Нет. Блять, ребят, вам пизда. Я был в ИСА. Все. То есть этот Архаврон. Я больше не был нигде. Окей. А почему на пизда? Я сам не знаю. Ну, типа, может быть сложно, да? Типа, ну, чё? Бьёшь дракона, а, бьёшь. Или слишком много вопросов будет? Да, слишком много. Вы устанете отвечать. Ну, не знаю, я такой человек. Если я много чего не знаю, я вопросами заебу. Денис, они такие. Может быть, за спрос у нас не бьют, все. Слушай, вот хочешь маленький непрошенный совет? Ну? Ютуб тебе в помощь. Там есть ответы на все вопросы. Даже откуда берутся дети? Даже это. Ну, правда, это контент. Не знаю, я тут много чего в Google спрашивал. Он мне конкретики не дал. Он просто... Блять. Ну почему конкретики? Она имеет в виду тебе... Загугли там тактику на ОС, тактику на Наксрамас. То есть посмотри, что это такое, там что люди делают. Что, ну там... Да я понял. Он вообще, я имею в виду, что конкретики. Потому что ты пока сам это не увидишь, тебе на словах, ну, никто не объяснит, ты не поймешь. Я понял. Основная тактика всего. Видишь говно, убегай от него. А как же с говном бороться, нежели чем убегать? Не? Обходи. Ну вот нет. я поборолся, я сдох. Если ты герой, то встретишься с говном лицом к лицу. Это ты сейчас про альянс говоришь? Ну я, видимо, про все ситуации, как его говорить. Я вот... YouTube не очень сильно воспринимаю, и видеокартинку тоже. Я люблю вот именно почитать на вебхеде. Ну да, описание способностей просто босса. Выделить из них основные, и которых стоит как бы опасаться. Потому что у боссов... Так, я, походу, сделал ошибку. Я резнулся, но меня не пускает. Так не делал никогда. Когда умер во время пула босса. Лежи, не рыпайся, жди БР. Либо лежи, отдыхай, сходи кофе себе налей, пеку. Чё, куда дальше? Ты взяла здесь квест? Вот здесь. Я здесь всё уже. Ну, квест здесь даётся ещё. Так. Только не говори, что... Трупом лететь далеко? Не, никакой не даётся точно. Там, нет. Где ты... Там, где ты воскресился, там рядышком буквально портал. У тебя рестит рядом с порталом, ты появляешься там. Должен в этот портал духом зайти. Давай в шатр. Понял? Давай в шатр. Сможешь Витка. Найти то место, где ты оказался так. После того, как покинул тело? Факт в том, то, что меня не пустят. Ром, давай спустим ниже. Конечная жизнь. Я тебе еще раз говорю, первоочередная задача — найди то место,
где ты оказался после того, как покинул тело. Да, если бы это было так просто. Просто вспомни, где ты был. Нет, я имею в виду то, что я вообще отсюда вылететь не могу. Тебе не надо никуда вылетать. Тебе надо вернуться в ту точку, где ты оказался после того, как покинул тело. Да я понял. Но есть круг, которого я не могу вылететь. Давай по-другому. Вход в инст находится напротив большой арки. Сейчас. Секунду. Если кто может. Кто может. Да господи, что ж ты такое? Да ёбаный в рот! Блядь, игра, сука. Меня кто-нибудь слышит?